Далее более подробно об эпидситуации в стране. В зеленой зоне по-прежнему лишь Туркестанская область. Все остальные регионы, в том числе наша область, а также города Нур-Султан, Алматы, Шымкент, в красной зоне. За минувшие сутки в стране зарегистрировано 6040 новых случаев COVID-19. Наибольшее число инфицированных в Алматы и Карагандинской области. В Алматы 1590 случаев, в Карагандинской области 843, в Нур-Султане 505, в Актюбинской области 388, в Алматинской области 358, в Павлодарской области 317, в Атрауской области 307, в Костанайской области 269, в Акмолинской области 265, в Шымкенте 220, в Жамбульской области 202, в Мангистауской области 202, в Восточно-Казахстанской области 167, в Западно-Казахстанской области 123, в Северо-Казахстанской области 122, в Кызылординской области 98, в Туркестанской области 64 случаев заражения.